Открывает топ-5 наводнения в Иркутской области из-за сильных дождей. Там подтопило более 4000 домов в полусотни населенных пунктах. По последним данным, стихия унесла жизни более 20 человек. Не меньше интересовал горожан и новенький автомобиль компании «Рено». Кроссовер «Аркана» вышел совсем недавно и уже успел полюбиться многим автолюбителям. На третьем месте тоже информация про автомобиль, который подарила актриса из фильмов для взрослых одному из своих подписчиков. Алекс Линкс презентовала новенький седан мужчине с инвалидностью, узнав, что старую машину семья разбила в аварии. Далее по рейтингу актер Кэмерон Бойс. Звезды Диснея недавно не стало. Родственники уже озвучили причину смерти, ее-то, видимо, и искали саратовцы в интернете. Ну а больше всего саратовцев заинтересовала премьера фильма «Человек-паук. Вдали от дома». Съемки очередной американской киноленты длились всего 3 с небольшим месяца. Фильм уже посмотрели более 2 миллионов россиян.